Отмечу, основные события в афганской столице после входа в город движения «Талибан» разворачивались вокруг главной воздушной гавани страны. Тысячи местных жителей штурмовали иностранные эвакуационные рейсы. По меньшей мере 7 человек погибли. На спутниковых кадрах видно, что взлетно-посадочная полоса заполнена людьми, из-за чего вылет бортов задерживался. После подступы к аэропорту взяли под охрану представители движения «Талибана». А сегодня утром репатриационные рейсы возобновились. В самом Кабуле, по сообщениям СМИ, сохраняется стабильная обстановка. Госслужащих, военных и сотрудников дипломатических служб талибы призвали вернуться к работе без опасения за собственные жизни.